Императрица Екатерина Алексеевна вызвала во дворец Алексея Орлова. Уж весь Петербург знает, что куражить и бражничать братья Орловы умеют на славу. И никто, супротив вас, не выстоит в потасовке. Но порой, кроме силы, нужна и голова, чтобы добыть победу. В последнее время меняет все государство наше, раздражает Турция, надсмехается над Россией. Мол, слабы вы умом и оружием, чтобы с нами войну вести. Вам, Орловым, я многим обязан и знаю, что всегда на вас могу положиться. Но из всех братьев ты, Алеша, самый разумный, тебе и карты в руки. Бери весь наш флот российский и изничтожь турецкие корабли. Алексей побледнел. Да мыслимо ли, государыня, побить нам флот сильнейшей державы мира? Екатерина оборвала Алексея. Я знала, что ты одобришь мое решение и не заставишь свою государыню бросать слова на ветер. Размышлял о своей судьбе, теперь уже согласно паспорта, Федот Иван Шубин. Да, не каждому выпускнику Петербургской императорской академии художеств выпадала такая удача быть направленным для повышения мастерства во Францию, а после окончания срока практики и в Италию. Об этом позаботился президент академии художеств Иван Иванович Шувалов, который не оставлял Шубина без заказа. Императрица Екатерина Алексеевна, получив от Алексея Орлова донесение о полной победе под Чесмой русского флота над турецким, так неожиданно разразилась смехом, что окружавшие ее придворные забеспокоились, не лишилась ли государыня рассудка. И лишь немногие знали причину ее безудержной радости. Ведь за 5 лет до этого победного сражения императрица присутствовала при показательных маневрах, во время которых русские корабли сталкивались, не могли выстроиться в линию и стреляли куда угодно, только не в цель. Братья Орловы пребывали в славе и почете. Каждый желал видеть этих героев в своем доме, иметь их портреты. От художников и скульпторов не было отбоя. «Отчего же нам не быть запечатленными в мраморе?» – подумал Алексей Григорьевич. И по совету Ивана Ивановича Шувалова предпочел иностранным мастерам русского скульптора Шубина. Но никто не ведал тогда, что звезда Орловых клонилась к закату. Через несколько месяцев их будет ожидать опала в связи с удалением от двора Григория Орлова, недавнего фаворита императрицы. Самолюбие Екатерины было уязвлено частыми изменами любовника, который стал холодно к ней относиться, да к тому же не желал принимать участие в делах государства. Она удаляет Григория в его имение, но чтобы не обижать могущественный клан Орловых, они еще могли и пригодиться,
императрица щедро наградит бывшего фаворита за безупречную службу на благо России. Но на всякий случай перед комнатой нового фаворита выставят охрану во избежание неприятностей от непредсказуемого и бесшабашного Григория. Спустя 3 года в надежде вновь приобрести расположение императрицы, Алексей Орлов выполнит ее поручение по розыску и поимке в Италии самозванки, претендующей на русский престол как дочь императрицы Елизаветы Петровны. Позже потомки нарекут ее княжной тараканкой. Говорят, что цель оправдывает средства, и Орлов, известный покоритель дамских сердец, разыграл сложную интригу, представ перед княжной одним из многочисленных поклонников ее красоты и ума. Однако сам попал под чары самозванки. Но требование императрицы немедленно исполнить долг государственной важности вернуло Орлова к реальности. Но Алексей не знал, чему отдать предпочтение – велению разума или влечению сердца. Наконец, он принимает решение. Княжна счастлива. Алексей Орлов предложил ей руку и сердце. По желанию возлюбленного они справят свадьбу на его корабле. Но радужным надеждам княжны не дано осуществиться. На корабле и княжна со свитой, и сам Орлов арестованы адмиралом флота Грейсом. Лишь много позже княжна узнает, что Орлов не только не был арестован, но являлся организатором плана по ее захвату. Священник, приглашенный в каземат Петропавловской крепости к умирающей от чахотки самозванки, так и не услышал от нее покаяния, не узнал настоящего имени и отшатнулся, когда женщина произнесла: «Пусть кара небесная падет на голову изменника». Императрица щедро наградила Алексея Орлова за многотрудную службу, однако, узнав подробнее обстоятельства поимки самозванки, была поражена коварством Орлова и удалила его от двора навсегда. Уж который день гремит оркестр в имении Алексея Григорьевича Орлова, стараясь заглушить предсмертные стоны хозяина. Очевидцы рассказывали, будто Алексей Григорьевич перед смертью в бреду все звал какую-то женщину и просил прощения. Говорил, что без нее его жизнь была пустой и бесцветной, и что ради нее он готов на любые жертвы.